Всем здравствуйте! С вами «Последние новости». В этом выпуске мы поговорим о проблемах российских биатлонистов. Стало известно, что глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что российские биатлонисты получат винтовки перед первой тренировкой в Канаде. У спортсменов ранее возникли проблемы с провозом оружия для участия в этапе Кубка мира в Кенмаре. Все необходимые документы, которые были связаны с провозом биатлонных винтовок на территорию Америки и Канады, были оформлены и своевременно поданы организаторам североамериканских этапов. Эти слова Драчева приводит пресс-служба Союза биатлонистов России. Также было сказано, что Союз биатлонистов России заранее поставил хозяев организаторов в известность о маршруте следования команды на 7-й этап Кубка мира. Этот маршрут – Москва, Лос-Анджелес, Калгари. 2 февраля за сутки до вылета команды организаторы уведомили, что не успевает оформить разрешение на провоз оружия в Канаду через территорию Соединенных Штатов Америки и рекомендовали прибыть из Москвы прямо в Канаду российским биатлонистам. Обменять билеты они уже не успевали, и потому было принято решение, что оружие будет доставлено в Кенмаре отдельно. Поэтому 5 февраля утром оно отправилось в Канаду и к вечеру 5-го должно прибыть в расположение сборной. Так что на официальную тренировку команда должна выйти со своими винтовками. А мы хотим пожелать российским биатлонистам ярких выступлений и новых побед. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!